Внушительный ряд современных многофункциональных спортивных объектов Астаны скоро пополнится новым уникальным комплексом – дворцом единоборств. Там уже вовсю идут внутренние отделочные работы. Полностью их завершить планируют к концу года. Новая база откроется не только для представителей сразу нескольких видов спорта – борцов, каратистов, боксеров, но также и обычных любителей активного образа жизни. Моя коллега Лариса Гречихина расскажет подробности. Вице-президент Федерации Казахстана по женской борьбе Гузель Манюрова готовит сборную для участия в международных турнирах. Сначала ее подопечные отправятся в Испанию, затем в Индонезию, на азиатские игры. Трехкратный олимпийский призер не скрывает эмоций, рассказывая, как долго борцы ждали этот комплекс. Эмоции зашкаливают. Конечно, мы счастливы. У большого количества людей будет возможность посмотреть соревнования, не выезжая куда-то. Выехать за рубеж могут не все. А вот многие люди с разных областей, любители борьбы, а в Казахстане очень любят борьбу и бокс, будут иметь возможность воочию увидеть исторические события, такие как чемпионат мира, чемпионат Азии. Я думаю, что это большой плюс и большой шаг в развитии, популяризации. В сердце дворца расположится многофункциональная арена со зрительскими трибунами на 5000 мест. На ней будут проходить международные соревнования по всем видам единоборств. Комплекс также предусматривает 25-метровый бассейн с 4 дорожками, фитнес-центр, гостиницу на 100 мест, оздоровительный блок, словом, все, что необходимо атлетам. Спортсмены могут проходить также восстановительные мероприятия, то есть будут массажные кабинеты, врачебные кабинеты. То есть в одном комплексе спортсмены при подготовке на международные соревнования могут, не выходя из одного комплекса, получать все, что им необходимо. Как утверждают в Центре олимпийской подготовки, застройщик планирует ввести дворец в эксплуатацию к концу этого года. Хочется верить, что с обретением нового дома медалей и наград у отечественных единоборцев станет еще больше. Лариса Гречихина, Наурыз Базаров, Жандос Битабаров, Хабар 24, Астана.